Он. Всех надо, ну давай ты там заводи. Все, я за завела. Я по кругу буду ходить. Давай. Я как бы, ну-ка, юнет из лав. Институт брака устарел. Только что перед этим моим выступлением нужно поставить вот песню Владимира, которую песенка пропалила. Чтобы такого не было, надо отменить вот эту женатость, замужность моногамную. И надо, чтобы все со всеми. Это не я придумал. Это как пела группа Beats All You Need Is Love. И как говорили религиозные люди с крестами на шапках. На шапках? Сам, как надо было цитата? Да, делайте любовь, а не войну. И возлюбите ближнего. То есть надо, чтобы все со всеми. И там, ну, группа там, кто хочет. И никто никого не бьет палкой по голове. А так вот, прикиньте, этот сюжет песни мог бы продолжиться про то, как все умерли. И из-за чего? А так, он пошел там к этой Машке, а там же, знаешь, всем хорошо, если никто ни про что не узнал. Я понимаю, что не было бы песни, но люди бы были более счастливы. Все, у меня все, я кончил. Ой, вообще классно. А где бурные и продолжительные аплодисменты? Можно? Можно. Как говорил мой друг, люблю, говорит, групповуху. Всегда есть возможность сычкан. Или поподглядывать. Или поподсматривать. А, да, да. Ну, недавно, я вообще тоже люблю на кинокамеру выполнить и снимать. Какую позу, говорит, предпочитаете? То есть, позу, говорит, сверху. Почему? Да. Надоело, говорит, встала и ушла. А, ну хорошо. Если есть профессия порно-режиссер, то, наверное, порно-операторы тоже есть. И там порно...